Сегодня 25 февраля 2017 года, окрестности Симферополя. Сегодня мне пришли из Сочи так называемые отдирки двух сортов. Первый сорт — это сорт Кавказ. Ну вот такие отдирки. Понятно, это не саженцы, но тем не менее они прекрасно примутся. И второй сорт, легендарный, можно сказать, отдирки, это сорт, официально называется Карамановский, или его еще называют Президент. Вот такие вот отдирки. Вот. Это почти саженец даже, можно сказать. Вот. Я дам в описании, в комментариях ссылку на Госреестр России, где можно прочесть более подробное описание этих сортов. Вот. Ну вот скажу, что из вот примерно такого отдирка, вот, вставлю его сюда, у меня получилось вот такое вот дерево. Высота у него под 4 метра, наверное, но больше 3,5. Вот, стволом я его сформировал, ему уже 7-8 лет. Вот такая вот прелесть. То есть ничего страшного. Вот такие вот отдирочки. Они отлично приживаются, все будет нормально. Ну, несколько слов я не могу не сказать. Благодарность тому человеку, который вывел эти сорта. Это Василий Григорьевич Махно. Вывел он их в Сочи. Я так понимаю, он работал в сочинском НИИ цветоводства и субтропических культур. Могу ошибиться в названии, но очень похоже. Вот. В конце 60-х годов в окрестностях Сочи он сделал плантацию сортов фундука и гибридных форм фундука. У него насчитывалось 315 вот таких сортов и гибридных форм. Но, к сожалению, во время подготовки в сочинской олимпиаде бульдозеры как бы сравняли эту плантацию с землей, причем не выкорчивали. Если бы выкорчивали, можно было бы как-то пересадить их. Фундук очень такой живучий, пластичный, он прекрасно приживается после выкорчевки, а просто сравняли ее с землей. Вот. И в результате 40-летний труд этого ученого как бы свели почти к нулю. Но ситуация похожа на то, что у нас была в 80-х годах в Крыму, когда, борясь с пьянством, у нас выкорчевывали уникальные виноградники. Ну, к сожалению, вот так вот, не участвуя на ошибках, пострадала и эта плантация, которая в год могла бы давать, ну, тысячи, если не десятки тысяч саженцев сортового фундука. Вот. А мне эти отдирки пришли прямо из этого института. Дело в том, что сотрудники этого института на дальних делянках, им удалось сохранить несколько десятков деревьев из этой коллекции. И вот промышленно они не занимаются, я так понял, саженцами, отводками. Вот. И вот из этих сохраненных нескольких деревьев, нескольких десятков, мне удалось, посчастливилось приобрести вот такие вот отдирки. Так что спасибо большое людям, которые выводили эти сорта, которые до сих пор продолжают там что-то делать, бороться. Но я очень надеюсь, что как бы с годами все-таки они восстановят эту деятельность, которую делал Махно Василий Григорьевич. Всем удачи!